Здравствуйте, дорогие друзья! Вот хочу поделиться с вами тем, что я сегодня купила в магазине Fix Price. Ну вот, начнем с геля для душа. Это гель для душа с морскими водорослями и минералами для ежедневного ухода. Вот. Очень красивый и очень полезный, я так думаю, гель. Вот из этой же серии гель с райбушей и маслом красного сандала. Вот, пожалуйста, тоже гель. И здесь его достаточно много, 400 миллилитров. И тот флакон, и этот флакон. Вот еще из этой же серии с фиалкой и с маслом орхидеи. Вот, пожалуйста. Это все гели для душа. Вот еще один гель для душа с экстрактом алоэ веры. Ну, естественно, заживляет, оздоравливает, регенерирует. Самые положительные свойства у этого геля для душа. И здесь его тоже 400 миллилитров. Вот я в прошлый раз показывала крем, вот такой вот спа, для омоложения и для очищения. Замечательный крем. Это соли Мертвого моря. Чудесно очищает, консистенция очень приятная. Ну, самые хорошие слова можно сказать об этом креме. Вот я поэтому себе купила еще два тюбика такие же. Вот это средство я тоже брала, попробовала. Оно мне очень понравилось для унитаза, для ванной, ну и для пола. Жирные пятна сводит, если они есть. Ну, вот эта вещь, она давно уже лежит в магазине. Я все думала, брать, не брать. У меня какие-то там есть мисочки. Вот мисочка для покраски и две кисточки. Вот, одна маленькая и одна побольше. Вот, пожалуйста. Все это за 41 рубль сегодня по-прежнему. Вот купила себе набор кухонных ситечек. Они мне очень понравились по цвету и разные размеры у них. И еще у них вот здесь, вот смотрите, есть такие крючки. То есть, если за что-то упирается, не срывается. Не просто ровно, а крючочки вот такие вот есть. Вот три их разных. Вот большое, среднее и маленькое. И каждое в хозяйстве пригодится, как я считаю. Вот купила себе про запас скалку. Там все были светлые. А я поискала вот такую из дуба. Вот купила моток веревки. На этот раз здесь 30 метров. Очень пригодится в хозяйстве, я считаю. Вот купила себе микрофибровую вот такую вот тряпочку. Она достаточно большая. И ее можно даже использовать как полотенце для головы. Я вот такими микрофибровыми тряпочками вытираю насухо голову. Очень-очень быстро. Вот. Она очень хорошо впитывает влагу. Купила сегодня вот таких вот две тетради с пластиковыми переплетами. Одна вот с таким тигром. Тоже в клеточку, тоже большое количество листьев. И вторая вот такая очаровательная с двумя котяточками. Тоже в клеточку. И вот эти вот обложки, они из пластика. То есть они очень прочные. Вот, это не картонка. Вот купила себе, наконец-то, они давно уже там были, нож для пиццы. Думаю, что буду пользоваться часто. Из стали. Вот такой набор клея я взяла. Появился он вновь. Я уже брала такой набор. Мне он очень понравился. Клей замечательный. Вот я еще раз купила такой клей. Вот это явно для автомобиля. Скребок для воды. Но я взяла для окон.
Когда моешь окна, это обязательно пригодится. Скребок для воды. Появился наконец-то цикорий 100-граммовый. Цикорий – это очень полезный напиток, растворимый. Тут и витамины, и микроэлементы, и самое главное, сюда входит инулин, который очень необходим тем, кто болеет диабетом. То есть одна сплошная польза – это корень цикория. Вот такие у него цветочки, все знают это растение. А корни вот высушивают, вымалывают, обжаривают, и вот получается такое. Очень вкусное. В данном случае здесь его 100 грамм. Я не брала раньше, потому что он был по 50 грамм пакетик, а эти по 100 грамм. Вот купила себе арахис такой обжаренный пакетик. Люблю очень крекеры, и вот купила себе такие крекеры Мария. Взяла себе еще вот такое печенье. И даже уже попробовала, пальчики оближешь. Ну что, песочное в белом шоколаде, и ГОСТ тут, и все прочее. Но на мой вкус они очень-очень сладкие. Вот. На этом все. Большое спасибо за внимание. До следующих встреч.